В республиканском наркологическом диспансере продолжается антинаркотическая акция «За здоровый образ жизни». Желающих проверить кровь на наличие наркотических веществ немало. Провести эту акцию предложил глава республики Вячеслав Битаров на заседании антинаркотической комиссии. Сам он одним из первых пришел сдать кровь. Проверку проходят госслужащие, в том числе руководители и сотрудники министерств и ведомств. Перед процедурой забора крови участники акции подписывают документ о добровольном тестировании на предмет употребления наркотических и психотропных веществ. Акция обследования всех госслужащих, которая происходит по инициативе главы республики, считаю, что она самая ценная в плане профилактики и распространения наркомании, особенно для молодежи. Это пример для всех. Акция о добровольной сдаче крови, она вызывает в первую очередь, наверное, доверие граждан к органам исполнительной власти в нашей республике. Я думаю, что она послужит хорошим примером